Врачане выразили несогласие с тарифами, установленными в регионе на капитальный ремонт многоквартирных домов. Как сообщили региональные информационные агентства, в адрес уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина поступило коллективное обращение жителей нашего города. Врачане не согласны со сроком в 2 месяца, в течение которого собственники жилья должны принять решение о способе формирования фонда капитального ремонта. Инициативные граждане, которые сделали обращение, уверены, в Братске было очень мало информации по капитальному ремонту. У них просто не было должного времени, чтобы принять решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта. С 1 июня жильцы многоквартирных домов должны будут платить и за капитальный ремонт в доме. Они должны выбрать способ формирования фонда капитального ремонта. В Братске уже проходят такие собрания. Правда, в неудобное для жителей время. Чиновники говорят, что в законодательстве нигде не говорится, что собрания должны проходить позже. Впрочем, толка от таких собраний все равно пока нет. На них собирается всего несколько человек с одного дома.